Залог успеха ипподрома – выносливые породы лошадей. Поэтому ежегодно открытие сезона начинается с выставки достижений селекционеров. За годы работы ипподрома испытания прошли свыше 16 тысяч рысаков. Вся элита саратовского животноводства сегодня здесь. Лучшие породы лошадей, птицы, овец. Предприятие из Маркса демонстрирует куйбышевскую породу. Это ее единственный в Саратовской области заводчик. Эти животные, говорят в руководстве, просто находка. Дают и шерсть, и мясо. Преимущество, что это очень скороспелая порода, высокое качество мяса, хорошее качество шерсти. А другие породы есть только для шерсти или только для мяса. А это именно мясошерстная порода, поскольку она единственная в Саратовской области. И вот эти качества, они определяют эту породу. И вот уже первый забег. За приз открытия бегового сезона сражаются 6 лошадей орловской породы. Побеждает рысак по кличке Кайф. Всего в этот день проходит 11 заездов. В руководстве ипподрома говорят, на новый сезон планы серьезные. У нас дерби, у нас элита, у нас в сентябре Кубок губернатора уже в третий раз надеемся провести. И есть такая задумка провести еще здесь большой круг Поволжья, финал. Это Нижний Новгород, Ульяновск и Саратов. Уже с конца мая на ипподроме начнут проводить заезды на традиционные призы. Кубок губернатора, а также пока только запланированный круг Поволжья, намеченный на сентябрь. Завершится очередной сезон ипподрома 25 октября. Елена Губенкова, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов.